еда, монеты и 30 тысяч рублей – все ворованное. Двое курян решили обогатиться на дело, пошли под покровом темноты и все равно привлекли внимание дорожного патруля. Решили скрыться, но не тут-то было. На подмогу сотрудникам ГИБДД поспешили полицейские. Как развивались события криминальной ночи, расскажет Сергей Сергеев. Зорина, 401. Вызов принял, поехали. В половину четвертого ночи, да еще и с рюкзаком наперевес. Такая картина удивила дорожных инспекторов. Решили проверить. Одного из подозрительных курян остановил экипаж ДПС, другого – подоспевший наряд вневедомственной охраны. На этой записи с видеорегистратора видно, как злоумышленник пытается вырваться из рук полицейских. При задержании он оказал нам неповиновение, и поэтому к нему была применена физическая сила и одето специальное средство, ограничивающее подвижность. В неподъемном рюкзаке добыча, украденные из торгового павильона продукты питания и серия коллекционных монет. Их стоимость специалисты оценили в 150 тысяч рублей. Раритеты похитили из магазина в Фатежском районе. Пробрались в помещение через окно, но и этого оказалось мало. Вскрыли сейф, откуда вытащили еще 30 тысяч рублей. Ночное рандеву решили продолжить в Курске. Похищенные предметы изъяты добросовестно сотрудниками полиции. Данные лица задержаны, возбуждено уголовное дело, следствие продолжается. У злоумышленников, которые сейчас находятся под стражей, своя версия произошедшего. Что произошло, может вам сказать? Не согласился предоставить документы. Ну, не последовал маршрут. Как пояснили полицейские, задержанные уже были неоднократно судимы за аналогичные преступления. По всем фактам краж возбуждены уголовные дела. Сергей Сергеев при содействии пресс-службы УМВД России по Курской области.